Река Гвоздянка, это приток реки Пахра, вот, находится сейчас просто в ужасающем состоянии. Гвоздянка, вы знаете, как переводится? Гвоздня – это перламутр. То есть это был здесь перламутровый песок, который берешь у руки, он переливается. Это похоже на кадры из научно-популярного фильма. Можно даже подумать, что рыба впала в анабиоз, однако в спячку речные обитатели впадают на дне водоема. Здесь они все погибли еще до того, как вода замерзла. Большие косяки рыб были как бы на поверхности и хватали воздух. После этого в течение 2 недель рыба начала дохнуть. Просто вот 2 недели мы наблюдали это. Мертвую рыбу в пруду на территории усадьбы Суханова обнаружили местные жители. Люди уверены, массовая гибель случилась сразу же после сброса сточных вод на очистных сооружениях чуть выше по течению реки Гвоздянки. Грубо говоря, да, то есть работать с нарушением закона, ничего не неся за это никакой не ответственности, это выгодно. Выгодно нарушать закон. Вот посмотрите, река Гвоздянка. Чистая, красивая, извилистая, берет свое начало. И жить бы ей жить дальше, течь бы течь, но нет. Чиновники и предприниматели принимают решение сбрасывать туда стоки с очистных сооружений. Туда осуществляется сброс хозяйственно-бытовых, так называемых очищенных стоков из нескольких крупных микрорайонов Ленинского городского округа. Это Суханово парк, видный город, Государев дом, Восточная Бутово, Бутово парк 2 и Бутово парк 26. Все эти микрорайоны, они подсоединены к локальным очистным сооружениям. На данный момент их мощность, если я не ошибаюсь, в первую очередь составляет 20 тысяч кубометров в сутки. А в планах увеличение в 2 раза до 40 тысяч кубометров в сутки этой мощности. Сколько же по факту льется нечистот? Об этом мы не имеем информации, потому что управляющие компании из этих же ЖК, они также аффилированы к группе компании ПИК, и они эту информацию не дают. Значит, то, что эти очистные не справляются со своей задачей, это совершенно очевидно, и вот мы это наблюдаем. Единственные данные, откуда мы можем хоть примерно посчитать, какой же объем идет, это проект планировки территории, так называемые ППТ. И если суммировать проектные данные по этим жилым комплексам, то это 27 тысяч метров кубических в сутки, то есть 7 тысяч куда-то льется без очистки. Пена крутится прямо вот, речка не замерзла. Жуткий запах стирального порошка, концентрированный. Это одно из мест сброса. В реку здесь должна попадать очищенная вода. Не нужно быть специалистом, чтобы по цвету определить качество этой очистки. Вот та огромная труба с решетками – это ливневая канализация ЖК «Восточная Бутово». Оттуда тоже происходит сброс неочищенных стоков в реку Гвоздянка. Но там этот сброс происходит периодически, не постоянно. Я так предполагаю, что сюда попадают и излишки с канализации с ЖК «Государев дом» и «Видный город», и плюс местная инфраструктура, которая не подключена к бытовой канализации. В ближайшее время будут взяты лабораторные пробы этих стоков, чтобы понять, насколько они соответствуют нормативам, что в них содержится и что в конечном итоге впадает в реку Гвоздянку, превращая ее из небольшой такой уютной, милой, чистой речушки в полноводный, бурлящий, пенящийся ручей. Когда мы получим результаты, мы, собственно, планируем обратиться в все ведомства, как региональные, так и федеральные, и решить проблему, на самом деле, кардинально, мы считаем, можно только одним единственным способом. Это подключить эти микрорайоны к центральной канализации города Москвы. Что говорят местные чиновники? Что говорят владельцы очистных? Зачем, ребята? Давайте мы просто построим вторую очередь. Будем принимать еще больший объем стоков и еще больше сливать в реку Гвоздянку. Довод о том, что это затратно, о том, что это невыгодно, мы категорически не принимаем. Вот, потому что должно быть затратно и невыгодно нарушать закон. А закон предусматривает, вплоть до закрытия того производства, которое наносит вред окружающей среде. Мы совершенно не против развития. Да, действительно, нужно возводить новые жилые корпуса, да, нужно привлекать людей, инвестиции, но не в ущерб природе. Почему мы никогда не думаем о нашей экологии? Почему она у нас остается всегда на последнем месте? Пользование таким водным объектом, маленьким, это экопреступление, это геноцид.
нарушать закон должно быть невыгодно. То есть если, когда они говорят, что нам дорого тянуть трубу, то предполагается, что, грубо говоря, да, то есть работать с нарушением закона, ничего не неся за это никакой ответственности, это выгодно. Выгодно нарушать закон. Ребят, нельзя так относиться к нашей природе. Пожалуйста, пишите нам, обращайтесь в проект EcoRate. Если вы нашли где-то или подозреваете кого-то в экологическом нарушении, обращайтесь. Мы приедем, разберемся и постараемся вам помочь.